Молдова выполнила ряд технических условий, выдвинутых Европейским Союзом для предоставления первого транша макрофинансовой помощи. Такое заявление сделал европарламентарий Анди Кристи в ходе визита в нашу страну. По его словам, первый транш может поступить до местных выборов, то есть до 20 мая. Я подтверждаю, что 10 технических условий для выделения первого транша были выполнены. Элемент с условиями – положительный фактор, поскольку оказывает политическое давление на власти Республики Молдова с целью внедрения реформ, включенных в соглашение об ассоциации. Я думаю, что это вопрос времени. Если бы решение было на уровне Европарламента, и это зависело бы от меня, деньги, безусловно, поступили бы намного раньше. Я думаю, что это также политический сигнал, который Евросоюз обязан послать в поддержку нынешнему проевропейскому пути. И я хочу отметить, что правительство Филиппа является не только серьезным партнером по диалогу, но и эффективным. В завершении хочу высказать уверенность в том, что первый транш поступит как можно скорее, до выборов мэра Кишинева. В свою очередь, представитель молдавской стороны, сопредседатель парламентского комитета по ассоциации Евгений Карпов, сказал, что будет подписана декларация, содержащая все рекомендации Европейского Союза для того, чтобы как можно скорее ликвидировать задолженности нашей страны. Карпов поблагодарил Анди Кристию за искренний диалог и подтвердил, что молдавские власти должны приложить максимум усилий для достижения положительных результатов.